Жара и духота минувшего дня сказалась на самочувствии женщины-водителя, которая попала в ДТП в железнодорожном районе. На закате ее автомобиль врезался в столб. Автолюбительница объяснила, что ехала с работы домой. В результате переутомления от жары она потеряла сознание во время управления транспортным средством. Toyota Prius двигалась по промышленной со стороны восточного шоссе. Авария произошла на изгибе дороги. Сознание девушки отключилось лишь на пару секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы Toyota съехала с проезжей части и правыми колесами угодила в канаву ливневой канализации. Проходимое для ситикара препятствие должно было погасить скорость иномарки, но до того, как это произошло, иномарка врезалась в опору уличного освещения. Автолюбительницу привел в чувство удар по лицу. Исправно сработавшая подушка безопасности спасла хозяйку от увечий. Выяснилось, что во время ДТП травмы хабаровчанка не получила. От услуг врачей скорой помощи дама отказалась. С места происшествия Кирилл Новиков, Михаил Сергеев и Андрей Алферов.